Любовь к спорту рождается в семье. В нашем районе прошли районные семейные игры «Стартуем вместе». Кто же стал их победителем, смотрите в следующем материале выпуска. Здоровый образ жизни и занятия физкультурой и спортом в нашем муниципалитете пользуются популярностью во многих семьях. Это подтверждает и проведение семейных спортивных игр «Стартуем вместе» в зачет спартакиады физкультурно-спортивных клубов по месту жительства Славянского района под девизом «Живым и павшим» посвящается в честь 80-летия со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В этих престижных состязаниях на базе спорткомплексов «Лидеры» и «Олимпиец» приняли участие 10 семей из различных поселений. Анастасиевское сельское поселение выставило на соревнования две спортивных семьи, где ребенок – мальчик и девочка. Семья Ченских всерьез дружит со спортом, и поэтому эти состязания им в радость. Мы очень спортивная семья. В этих соревнованиях мы хотим достичь очень многого. Мы хотим выиграть, занять первое место. Приподнятое настроение и уверенность в своих силах были у всех участников соревнований, которые начались с настольного тенниса. Мы впервые принимаем участие в данных соревнованиях. Я считаю, что эти соревнования помогают развивать здоровый образ жизни, пропагандируют сплочение нашей семьи. Мы очень рады, что нас пригласили на такие соревнования. Вот, ребята знакомятся. Замечательный день. Вот, нас пригласили на такое мероприятие. Мы с удовольствием согласились. Вот, мы всегда в спорте, мы это любим. Вот, наше поселение все делает для того, чтобы мы участвовали в этих соревнованиях. Можно подготовиться, открываются парки, открываются спортивные площадки. В «Олимпийце» были созданы прекрасные условия для соревнующихся. Легкоатлетическая эстафета, в которой участвовали все члены семьи, стала важным этапом в борьбе за лидерство лучших команд. Это потребовало напряжения всех сил. Эстафетная палочка переходила из рук в руки, приближаясь к финишу вместе с последним соревнующимся. И завершала программу преодоления полосы препятствий, которое было очень зрелищным и вызвало у всех незабываемые эмоции. Надо было видеть, с каким напряжением сражались участники состязаний за каждую секунду. В итоге удача улыбнулась сильнейшим. Затем, после подведения итогов, состоялось награждение призеров и победителей. Лидерами среди семей, где ребенок-мальчик, стала семья Ченских из Анастасиевского сельского поселения. Среди семей, где ребенок-девочка, семья Новиковых из Маевского поселения. Я очень рада, что мы заняли первое место. Мы очень сильно любим спорт и будем также продолжать развиваться. В общекомандном зачете победили анастасиевцы, ведь их вторая семья Кинорейкиных заняла третье место в состязаниях семей с девочкой. Соревнования очень понравились, все организовано. Мы все выложились на все 100, заняли первое призовое место в командном зачете, также и в своем личном третье место заняли. Вообще любим заниматься спортом, привлекаем детей к спорту, ведем здоровый образ жизни, ну и желаем всем, чтобы нашему примеру следовали. Волновались, переживали, но справились с этим благодаря сыну, папе. В общем, все у нас получилось. Все за спорт, ура! Приятно здесь находиться, выступать. Прям молодцы, организовали праздник. Настоящую радость испытывали все, кто взошел на пьедестал почета, а особенно победители. По традиции было и фотографирование на пьедестале, что позволит спортивным семьям с теплотой вспоминать эти прекрасные соревнования. Стартуем вместе. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыка, программа «События».